пополнение в рядах украинских патрульных. 71 правоохранитель принял присягу и получил жетон. Это пятый выпуск курсантов Академии полиции в Киеве. Уже завтра они приступят к выполнению обязанностей. Илья Нестеряк не любит жить скучно и полон полицейского романтизма. Я закончил юридическую академию Одессы. Я закончил юридическую академию Одессы и хотел попробовать себя реализовать. Начать с чего-то маленького, немного опасного, чего родители не одобрят. Мама и брат Ильи сегодня вместе с ним одновременно и волнуются, и гордятся. Главное, чтобы ему понравилось. Главное, чтобы ему нравилось. Я ему свое мнение сказала, а он ответил, что решил так. И мы его будем поддерживать всегда. Завжди. Приятно, что он хотел стать полицейским, защищать нашу Украину. Это уже пятый выпуск патрульных полицейских. Обучались 4 месяца. С 6 утра зарядка каждый день, потом тактическая подготовка, огневая подготовка. Очень много предметов было сложных. С одной стороны тяжело, а с другой интересно. И очень рады, что добились. Стоим уже тут. С 6 утра и до 8 вечера 35 предметов, большинство из которых практические. Проверку обучением прошли не все. Из 96 курсантов жетоны получил лишь 71. Для нас, конечно, прикро. Нам, конечно, жаль количество отсева. С другой стороны, это качество. Благодаря ему количество выходов на службу будет совпадать с возвращением домой. Выходы на службу для многих начнутся уже завтра. Патрульные отправятся в 12 областей Украины. Я планирую служить в Луганской области. Мы надеемся, что там все будет спокойно более-менее, и что все те, кто приступит к службе, будет нести ее качественно, и каждый сможет профессионально выполнять свои служебные обязанности, потому что мы к этому готовились. Служу украинскому народу! Получение жетонов, официальная присяга. Гідністю нести високе звання. Гідністю нести високе звання. І наставлення від вищого руководства. Це той день, коли вас починають звати полицейским. Это тот день, когда вас начинают звать полицейским. Это тот день, когда вас начинают звать защитником Украины. Потому что украинское государство вверило вам ответственность за безопасность, ответственность за законность. Не предавайте это доверие. Поздравить новых полицейских приехала и заместитель государственного секретаря США Кирстен Мэдисон. Украина заслуживает на то, чтобы иметь лучшие полицейские подразделения в лице патрульных. От имени США и отдела по борьбе с наркотиками и правоохранительным вопросом верю, что эта академия будет делать свой взнос в систематическое улучшение полицейской службы. Мы будем преданно продолжать поддерживать национальную полицию, патрульную полицию и вашу академию. Полицейские, в свою очередь, продемонстрировали гостям свои навыки. Любовь Задорожная, Руслан Белозеров, UATV.